Здравствуйте, подписчики и гости канала. Я рада вас приветствовать на канале Свет Дорог. Сегодня у нас такой необычный выход в эфир. Я заказала себе спицы, долго не решалась, но все-таки решила. Много лет вяжу, решила себя побаловать. Это вот такой набор спиц от Knit Pro Zing. Сейчас я сниму. Да. Это название в наборе у нас 7 видов спиц, 3,5, 3,75, 4, 4,5, 5, 5,5, 6 миллиметров. В набор входит еще 2 тросика по длиной 40 сантиметров, 4 заглушечки, ключик, 2 таких тросика на выбор. Было 60, 80 и метр. Я выбрала более ходовые 60 сантиметров. 80 и метр для меня очень много. Мне помещается на таких спицах. Возьмем вот эти. Если взять у спица длиной где-то, наверное, 10 миллиметров, вот такой тросик прикручивается. Очень удобно. Если слабо, то ключиком можно подтянуть. Так вставляется. Тут есть специальное отверстие. И вот так можно его подтянуть. Очень удобно менять на леске спицу. Или, как я вяжу много реглана, мне очень удобно оставлять на этих тросиках петли рукава или туловище. Темные на светлых нитках будет хорошо очень видно. Я думаю, они должны быть очень удобные, они не очень острые, скользят. Есть там еще толстенькие и худенькие. Кто? Ну, полненькие спицы, и они такие полные. Разные по диаметру, да. Кто-то захочет приобрести такие спицы, приобретать, я думаю, они будут очень удобные в использовании. Все, кто смотрел, большое спасибо. Присоединяйтесь к нашему каналу, подписывайтесь. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Хорошего настроения. До скорых встреч. И на заставку вот этот цветочек. Обязательно папа сделает.